Так, ну, приехали трансформы, наконец-то, я уже их подписал. Почти все свои модели я переделал под трансформы, чтобы избежать вот таких вот паттернов в виде кожаных, не знаю, обрезков. И вот таких вот, которые здесь у меня были. Это подочечник, пока что я не переделал. Тут Mountain Wallet, это под архитекта большой бифолд. Тут каскейт идет форма. Такая вот. Это под докхолдер слэш портмоне. Очень удобно, то, что не нужно будет руками вот эти вот штуки вырезать. Просто кликнуть можно будет. Заказал еще один под брелок, потому что он довольно часто будет делаться и, возможно, сломается. А может и нет. И один под кофе wallet. Вот он тут. Я уже даже его затестировал. У меня был кусочек кардавана маленький. Вот я его накликал и посмотрел, как он выглядит. Вообще отлично сделалось. Ножи супер острые. Пока что использую свой рычажный пресс, пока не приехал. Большой пресс с платформой. В принципе, можно даже и им обходиться, просто нужно чаще менять стороны и кликать. Все, у меня формы хранятся в таких вот этажных матах, прослоечках, чтобы... Это старые, которые я заказывал. Вот они там. Надо будет найти, где у меня еще вот эти вот куски лежат, чтобы сложить вот эти вот маты, штансформы.